Уже приходят разного рода эти люди, которые говорят, что им сотрудники, коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали там от 100 до 300 тысяч долларов за мзду допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем. Вот и вся история. Просто попродавали этот список и все. Ну, к сожалению, так правда жизнь. То есть список продавали? Ну, его что-то готовил, потом, ну, это же большая группа людей. То есть вопрос не в ошибках? Ошибки, я скажу так, случайных ошибок там, наверное, мне кажется, что не было вообще.